Тут и остановимся. Привал. Саня, если ты не будешь идти за мной, то мы так жуков не найдем. А зачем нам жуки? Для того, чьё имя нельзя называть. Чьё? Тогда нам надо поторопиться. Хоть что-то важное сказала. Поторопиться, чтобы успеть забрать жуков. А ты что, не слышал? У нас теперь вместо ежедневной смены будет ежеминутная. А зачем так? Новые правила. Теперь донатим, чтобы появились жуки. Да ну тебя, это бред. Смотри. Чё-то блок на твой донат. Почему? Ты без «э». А ты без лука. При чем тут лук? Полустук. Хватит. Все, пошли жуков искать. А сейчас потомок человека и плесневелого финька разведывает происшествие. Где же покажу в деревне? Тигнари, вам слово. Тихо. Я чую. Чую. Нет, не чую. По ходу программы дальше не будет. У нашей щейки ковид. Да ну тебя. Нам надо телепортнуться. Да это скучно и долго. Давай как-нибудь скоротаем время. Я приглашаю тебя на танец. Конечно. Веди. Смотри, вон один жук. Ты про члена жюри? Цыц, нет, глянь, вон, то, что надо. Поймал. Это было так сложно. Я в тебе не сомневался. Теперь к нему? Кому нему? А, к нему. Эй, Ника, глянь, что нашли. О, то, что надо. Он был так молод. Вечная память жуку. Смотри. Тигнай. Дух жука. Саня, да проснись ты. А? Что случилось? Ты уснул. Где? В Челябинске. У тебя удар солнечный. Тут же нет солнца. Солнца нет, а вот знак поселка, да. Ну понял, да?